Друзья, всем привет! С вами Никита Дилей, и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агро. Второй сезон в самом разгаре, и сегодня, друзья, у нас, как обычно, довольно-таки много работы. Хотя серия обещает быть довольно короткой. Друзья, начнем с того, что посмотрим, что же произошло у нас за кадром. За кадром, друзья, у нас засеялось наше 31-е поле ячменем. Мы его весь соберем и положим на склад. И когда-нибудь мы будем делать из него муку или пиво, или что-нибудь, короче, мы будем из него делать. Начнем, наверное, мы с муки, потому что по плану у меня покупка мельницы. Но это пока не точно. А также у нас тут будет соломка. И так как у нас ее и так уже есть до хрена, мы ее будем продавать. Деньги нам нужны. Далее 5-е поле. Я, может быть, себя возненавижу немного за это, но я засеял его луком. Сколько он по времени будет убираться, я не знаю. Как и свекла, долго. Ну, в общем-то, будет у нас лучок, он нам тоже потом пригодится. Хочется просто вначале забить вот корнеплодами свой бункер и забыть про них. Я надеюсь, что надолго. А также, друзья, 13-е поле, которое засеяно у нас соевыми бобами. В общем-то, все три поля у нас созрели, поэтому за сегодня нужно их убрать. Скорее всего, не все попадет в серию, потому что убираться будет долго, особенно лук, и, возможно, окончание уборки будет за кадром. Там посмотрим, в общем, как у нас что будет. Также, друзья, мы в прошлой серии построили завод, точнее, завезли материалы. За кадром я еще завез остатки бруса и, соответственно, завод у нас построился. Он будет производить так нужные нам мешки для упаковки продукции, поэтому сегодня наша задача его забить, привезти и заполнить его полностью, со всей силы. Благо, у нас все есть. Также, друзья, у нас тут произвелось некоторое количество цемента за пару дней, которое у нас все сеялось и созревало, и его имеет смысл продать, потому что деньги нам нужны. Плюс будем дальше заниматься продажей силоса, потому что его дохрена, будем от него избавляться. А также, друзья, за кадром, пока я ждал созревания, я полил и удобрил наши деревья во фруктовом саду, и теперь они у нас дали свой урожай, и поэтому мы его сегодня тоже соберем. Плюс, друзья, у нас простаивает наша картонная фабрика. Сюда надо завести щепу. Она у нас есть, поэтому отвезем сюда щепы 200 кубов. Плюс карьер у нас стоит, на нем закончилась вода. И так как здесь, знаете, остаток 170 кубов биогаза, мне как-то жалко, чтобы биогаз лежал тут неиспользованный. Поэтому, хоть нам этот песок и гравий по сути-то и не нужны, мы используем весь биогаз, который уже здесь есть, поэтому будем сюда периодически подвозить воду. Если вода останется лежать лишняя, хрен с ней, а вот биогаз мы... Ну, жаба меня душит, знаете, биогаз все-таки денег стоит. Поэтому карьер у нас еще немножко поработает. А потом, когда мы все построим, мы продадим нахрен весь песок и весь гравий. Хотя еще посмотрим. Меня, честно говоря, смущает еще то, что у нас на бетонном заводе там дохренища цемента. Мы туда его полностью забили, 1 000 000 литров. И тоже как-то жаба будет душить. В общем-то, посмотрим попозже, не впадло ли мне будет этим заниматься. Ну и напоследок, друзья, мы в прошлый раз собрали поле лаванды. У нас 490 кубов, по-моему, получилось. И я считаю, что имеет смысл отвезти это все дело на завод эфирных масел. Пускай лаванда превращается в деньги. Остальных ресурсов здесь хватит, в принципе. Ну и последнее, друзья, что я хочу сделать, это записать маршрут на помывку техники и заправку техники. Все дело в том, что мне впадло мыть керхером, у нас есть вот здесь вот такая замечательная автоматическая мойка, но вручную мыть всю технику мне тоже, честно говоря, впадло, а после 3 серий первых техника у нас вся как будто бы, не знаю, я не хочу говорить нехорошие слова, в общем-то с ней все плохо. Поэтому, друзья, я хочу записать курсплейный маршрут, который будет проезжать через автомойку, останавливаться здесь, мыть технику, потом ехать к заправке. Я поставлю, чтобы он заправлялся не когда у него меньше 20%, а всегда. Соответственно, он будет ехать на заправку и потом будет ехать, в общем-то, к гаражу и стоять, ждать, пока мы с ним дальше будем работать. Ну и плюс, друзья, еще нужно будет сегодня потратить некоторые денежки. А именно, я хочу взять еще одну связку ман плюс прицеп. Точнее, татру. Дело в том, что у нас, по сути дела, 3 поля, и хочется, чтобы они параллельно убирались, и всего лишь 2 мана с прицепами. В общем-то, именно на это мы сейчас будем копить деньги. 138 тысяч стоит татра и 78 тысяч стоит прицеп. Как видите, нам этих денег не хватает, поэтому надо будет сначала продать цемент. Так что, друзья, как видите, работа у нас дохренища. В общем-то, давайте начинать. Приятного просмотра.
В общем-то, первыми, друзья, у нас пойдут работать те, кто, соответственно, дольше будет работать. А конкретно сбор лука. Заниматься этим будет вот эта вот большая красная хреновина. Я сгенерировал ей маршрут, два прохода по кругу. На всякий случай она все-таки сделает, потому что, ну, маленькие косячки, в общем-то, были, когда мы убирали свеклу. Так что, друзья, мы все это дело включаем. Сами собираем начало немножко. И у нас опять, друзья, это дело не работает. Хотя я подцепил жатку, которая идет в комплекте с картой. Вот эта жатка у нас подцеплена. Вот тут вот лучок я вижу своими глазами рядом с морковочкой. И, соответственно, вот этот комбайн. Какого-то хрена это все дело у нас не работает. И это точно та жатка, видите, на ней написано Swap Agro. Это модовская. Я не перепутал. Оно не собирает, друзья. Не хочет. Хотя написано, можно косить, и вот здесь написано удалена ботва, то есть оно созрело. Неужели жатка забаганная? В общем-то, друзья, у нас ни хрена не убирается. Я даже взял в аренду еще одну такую хреновину посмотреть, не забагалась ли наша. И единственное объяснение у меня пока то, что ни хрена еще на самом деле-то и не созрело. Хотя здесь написано, падла, можно косить. Ну, в общем-то, у меня есть одно решение этой проблемы. Надо будет перезапустить сейчас сейф, чтобы убрать арендный, потому что денег на него потрачено немало было. Ну и подождать, пока это все дело созреет. В общем-то, пару часиков еще подождем. Ну, ладно, косяки случаются. Если не сработает, то ну, буду искать решение уже этой проблемы потом как-нибудь. Ну раз, друзья, с лучком у нас ни хрена не получилось, будем заниматься тем, что должно получиться. Начнем с 31-го поля тогда. Здесь у нас будет работать New Holland. Соответственно, давайте-ка все это дело вручную начнем. Как видите, на карте два кружочка он будет делать вокруг поля и потом будет работать взад-вперед. На всякий случай я, в общем-то, поставил эти два круга. Начинаем, как обычно, мы чуть-чуть вручную. И соломку, пожалуйста, отделите нам, товарищ комбайн. Благодарю. Соответственно, давайте-ка с ближайшей точки этого товарища мы запускаем. И с ним в паре будет работать вот этот вот замечательный красный грузовичок, который будет работать по маршруту поле 31 база, будет возить все дело на базу и там этот самый ячмень загружать. Выставляем ему комбайн CR1090, который в 100 метрах от него находится. И давайте, наверное, запустим этого товарища. Вроде как сильно много проблем у них быть не должно. Далее 13-е поле. Раз уж у нас ничего не получилось с луком, то, соответственно, нет надобности в третьем грузовике. Мы можем сразу эти два поля поставить. Я думал, что 13-е поле у нас немножко подождет. Ну, в общем-то, ставим его тогда в работу сразу. Точно так же мы немножко проедем вперед. Маршрут у нас будет просто челночный. Туда-сюда, обратно. Из ближайшей точки запускаем этого товарища работать. И к нему, разумеется, ставим мана, который будет возить все это дело на базу. То есть не мана, а Татру. Простите меня, да, я постоянно называю Татру маном. Но мне можно. Не знаю почему, но ладно. На очереди, друзья, у нас идет наш фруктовый садик. Сюда мы тоже закупили технику, которая будет работать исключительно здесь. Она стоит у нас в гараже. Поэтому вот этот трактор Steyr Multi, симпатичный трактор, кстати, если уж на то пошло. В общем-то, этого товарища тоже надо поставить в работу. Начнем мы, конечно же, со сбора яблок. У нас есть специальный маршрут, который называется сбор яблок. Так что давай, друг, со стартовой точки. Это будет просто перегон техники. Погнал. Только единственное, надо скорость ему немножко подубавить и поставим всего лишь 3 км в час. Да, это надолго, но это работает. Хоть какая-то автоматизация этого гребаного фруктового сада. Следующим, друзья, у нас пойдет работать наша косилка. Я хочу, друзья, покосить вот этот лук и оставить покошенную траву здесь. Потом, когда она вырастет снова, мы ее еще раз покосим. И тогда уже соберем, сразу отвезем двойной урожай. Я хочу просто, чтобы трава у нас тоже на складе была. А потом мы сделаем то же самое, только всю эту траву еще сеноворошилкой переворошим. Извините за тавтологию. И завезем еще на склад немного сена. Ну как немного, там будет 5 миллионов литров с двух покосов, я так понимаю. Если мне память не изменяет с этими количествами. В общем-то, в любом случае, давайте поставим покос. Это у нас будут разные полевые работы. И есть у нас покос взлетка, да? Вот, покос травы взлетка маршрут называется. Я уже просто давно его не ставил. Давай, друг, со стартовой точки и радиус поворота выставляем тебе 12 метров, чтобы ты доделал до конца и нас не тревожил.
Далее, друзья, у нас пойдет работать вот этот трактор GTB-шка, который мы покупали специально для того, чтобы он быстро возил соломку, ну и травку, когда понадобится. И так как у нас уже на вторую полосу пошел наш комбайн, небольшую фору, в общем-то, сборщик соломы получил, хотя он работать вроде как будет медленнее в итоге, чем комбайн, мы его также запускаем. Маршрут у нас будет проходить точно так же, как у Мана на базу, за исключением того, что у него будет через другой триггер разгрузки, он будет в сарае все это дело продавать. Кто-то писал, что у меня слишком замудренные маршруты и можно попроще. Да, ребята, можно попроще двумя маршрутами это все закомбинировать, но тогда надо было бы для соломы писать отдельно весь этот длиннющий маршрут. А так я для соломы записал только вот эту маленькую пупуську, которая на выгрузку всего этого дела. В общем-то, примерно так это работает. Давайте его со стартовой точки также запустим. И он у нас пошел работать и собирать соломку. В общем-то, надеюсь, что он нас тревожить не будет, хотя есть вероятность того, что с маном они будут сталкиваться. Но догнать комбайн он, по сути дела, здесь не должен, несмотря на свой здоровенный бункер прицепа. Ну и последний друг, которого мы пускаем в работу, это наш красненький Фергюсон, который в прошлый раз продавал уносилос, и сейчас он будет заниматься тем же самым. Соответственно, загрузим ему маршрут продажи силоса, поставим ему возить силос этот же самый. И давай, друг, с ближайшей точки, я в тебя верю, 10 раз, пожалуйста, скатайся. С этим маршрутом, в принципе, я за него спокоен, он должен работать, все у него должно быть прям прекрасно. И вот товарищ, кстати, приехал уже разгружать ячмень. Это он первый раз приехал? Это надо вот тут вот, смотри. Да, это он первый раз приехал. Это получается кузов ячмени с одного круга получился. С полтора круга примерно. Ну да, не так уж и много, хотя посмотрим. Я думаю, как пшеницы будет примерно 630 кубов. Посмотрим. Ну и, друзья, пришло время теперь поработать нам самим. Начнем мы с того, что запустим завод Химпром. Для этого надо отвезти сюда 100 кубов биогаза, по 21 поддону с поддонами и картоном и 32 поддона с полимерами. Все это дело у нас есть. Поддоны и картон мы повезем сюда не в полном объеме, а по 16 штук, по 32 тысячи литров. Я думаю, этого должно хватить на первое время, чтобы лишний раз не мотаться. Ну а биогаз, разумеется, у нас будет полностью забит, и полимер. Меры мы тоже два рейса привезем и полностью затарим. Делать это мы все будем с помощью вот этого замечательного нашего носатого америкосика оранжевого. И, в общем-то, поехали путешествовать по карте.
Ну и вот, друзья, соответственно, запущен у нас наш завод «Химпром». Будет вырабатывать он мешки и смолу. Смола потом потребуется для производства ЛДСП, которая будет потом задействована на производстве мебели. Так что отсюда мы продавать ничего не будем. Ну а мешки, соответственно, для упаковки сахара, муки и так далее. Кстати, биогаза тут, наверное, будет использоваться немало, расходоваться. Ну, в общем-то, посмотрим. Пока мы возили все это дело, у нас закончился сбор яблочек. Поэтому этого товарища мы сейчас снимаем с маршрута, выгружаем все, что он собрал, сбрасываем маршрут и загружаем ему сбор абрикосиков. Вот он, этот маршрут. Заводим двигатель и давайте выставим его на новый маршрутик. Пускай собирает абрикосики, потому что у нас-то работа на самом деле тоже еще валом. А если я работаю, то все работают, соответственно, это... Ладно, это я все шутки шучу. Я думаю, отсюда он на стартовую точку без проблем попадет. Так что, друг, собирай абрикосики. На это уйдет немножко больше времени, чем на яблочко, потому что, как минимум, доехать надо до садика с яблочками, до деревьев. Точнее, с абрикосиками. В общем, ну вы поняли. А мы тем самым возвращаемся к нашему америкосу. Нам нужно отвезти теперь щепу на картонную фабрику, лаванду отвезти на завод растительных масел и отвезти два прицепа воды в карьер. Так что, в общем-то, таймлапсики, друзья, продолжаются у нас. Такая вот музыкальная серия получается по ходу. Ну, в общем-то, работа, которую надо сделать, так что поехали. Я понимаю, что половину этого всего можно сделать даже курсплеем, но что-то как-то мне не хочется, хочется самому покататься, так что... Вот, поехали! We'll be right back.
В общем-то, друзья, тем временем мы запустили завод эфирных масел, и смотрите, уже 40 кубов, кстати, переработалось. Да, он очень быстро перерабатывается, но, правда, он его много жрет. Правда, количество на складе что-то как-то ноль. Это, знаете ли, немного странно. А, он сначала вот здесь появляется. Здесь, кстати, да, должно быть пару поддонов. Нет, здесь один стоит. 40 кубов, это ж вроде как раз один полный поддон, или нет? Ладно, или 8... Да, 80 кубов, это был один полный поддон. Вот, кстати, у нас тут поддончики остались, картон, которые лишние были. Давайте-ка закинем все это дело туда, где это должно лежать. Вот так вот. В общем-то, потом за кадрами я отвезу все остальное, чтобы вас не мурыжить всеми этими поездками. Тем временем товарищ, который собирал наши абрикосики, закончил собирать абрикосики, причем довольно-таки давно. И поэтому поставим ему последний маршрут, сбор слив. Только вопрос, где у него стартовая точка, я что-то как-то не припомню. Ну да ладно, сейчас найдем. А, абрикосы ж надо выгрузить, что я туплю-то? Я иногда, да, иногда бывает, время 11 часов, я уже заканчиваюсь потиху, ребята. Вот у нас стартовая точка, поэтому запускаем маршрут, точнее по маршруту со стартовой точки, и пускай собирает нам сливы. Вот этот товарищ тоже закончил свою работу, 10 прицепов силоса он продал, и последний прицеп был аж по 4000 за 40 кубов, это очень мало. Хотя в прошлой серии первый прицеп у нас ушел за 21 000. Больше, чем в 5 раз просел ценник. Но это ужасно. Поэтому, ладно, пока что не будем его продавать. Но этого товарища мы сейчас все равно задействуем, потому что мы собирались продавать цемент. А если вы помните, то именно в таким прицепом у нас маршрут и был записан под такой прицеп. Точнее, маршрут-то был вообще записан без прицепа, но с ним он очень хорошо работал. И поэтому сейчас имеет смысл, в общем-то, поставить этого товарища продавать цемент. Почему бы и нет? Пригоняем этого товарища на цементный завод и загружаем ему маршрут продажа цемента. Давайте глянем вообще, сколько у нас его здесь есть, и сделаем вывод, сколько рейсов надо сделать. Его у нас здесь 250 тысяч, замечательно. Маршрут, друзья, как вы помните, у нас ездит на все три стройки, дабы ценник резко не проседал. Для тех, кто не смотрел первый сезон, там где мод сезона был, объясняю. Маршрут начинается у нас отсюда, едет на вторую стройку, потом возвращается сюда, здесь у нас на автозагрузке загружается еще один прицеп, который едет на третью стройку, после чего он возвращается сюда, опять здесь загружается, не через паузу, просто, ну точнее пауза там стоит, для того, чтобы он постоял немного. Потом загружается и едет уже на четвертую стройку. Вот так вот выглядит один цикл. Следовательно, для того, чтобы продать нам 250 тысяч цемента, нам нужно сделать два этих цикла, потому что прицеп у нас на 40 тысяч, за один цикл он, соответственно, три раза продает, это 120 тысяч, и за два раза 240 тысяч, больше не надо. Соответственно, выставляем вот сюда вот мы цемент, и количество рейсов ставим 2. Соответственно, стартануть нужно со стартовой точки. Плюс, друзья, надо убавить немного скорость, дабы он вписывался в повороты. Я думаю, 30 км в час будет достаточно. Мы никуда не торопимся, да, он час будет ездить туда-сюда, но все будет четко. Мы не будем отвлекаться. И пауза в точке ожидания, по-моему, 40 секунд нужна была, чтобы загрузить весь этот прицеп. Я точно не помню, но с запасом поставим, в общем-то, 40 секунд. Давайте минуту даже поставим, чтобы вот реально с запасом было. Вот так вот. Все, запускаем со стартовой точки. Соответственно, этот товарищ у нас будет трудиться. Это проверенный, не знаю, временем маршрут. На нем трактор этот провел. Ну, этот не провел, но вообще... ну вот куда ты поехал, товарищ? Чё ты не остановился-то в стартовой точке-то, а? Ну, такое иногда бывает, не обращайте внимания. Вообще, можно, конечно, даже выставить с ближайшей точки как-нибудь, которая будет по самому большому радиусу. Здесь три полосы идет, потому что он три раза сюда возвращается. Я уже это объяснял. Давайте вот с ближайшей точки. Тыщ. По-моему, у нас третий, самый большой радиус, это последнее было. Я, по-моему, специально так делал. Давайте даже в трактор запрыгнем, посмотрим, как у него тут с исполнением будет, ли он на паузе станет. Не, он на паузе стоит. Это не дело. Давай со стартовой точки. Чё ты это самое? Чё у тебя не так? Не хочет он со стартовой? Что за дела-то? Не, можно, в принципе, если он не хочет так со стартовой, поставить один круг, потому что он первый круг проедет в холостую, но он все равно зачтется, он все равно будет останавливаться и загружаться. А второй круг уже будет что-то продавать. Давайте подождем, пока он загрузится полностью. Ну, нулевой рейс, значит, будет холостой, потом первый. И все будет нормально. Я думаю, он должен справиться.
Ну и, друзья, тогда последнее, что мы планировали сегодня сделать, записать маршрут на помывку техники и на заправку. Давайте, в общем-то, расскажу я вам свою, это не будет попадаться в сериях, потому что это скорее на закадровых работах будет, но, в общем-то, смысл, чтобы понимали, что я сделаю, может быть, вам это понадобится когда-нибудь. В общем-то, давайте... Это все будет распространяться на ман и на трактора, то есть комбайны я мыть таким образом не буду, там проще вручную будет это сделать. Давайте цепанем какую-нибудь длинную хреновину, чтобы было понятно по габаритам, что и как у нас происходит. И, в общем-то, начнем. Я думаю, культиватор будет само то. В общем-то, друзья, смотрите, в чем моя идея. Стартовать мы будем вот отсюда. Соответственно, можно будет потом записать маршруты со всех полей и потом накомбинировать их вместе вот с этим. В общем-то, не суть важно. Начинаем запись маршрута. И едем на мойку. Но вот здесь вот, друзья, мы нажмем паузу. Для чего это делается? Для того, чтобы он здесь постоял 2 минуты, и если за ним будет другой трактор стоять, вдруг мы отправим с разных полей, и они как раз пересекутся. Чтобы задний трактор потом, доехав до этой точки, тоже остановился. Пауза здесь будет стоять 2 минуты. Ну или сколько идет помывка. За это время, если впереди есть трактор, он успеет помыться и открыть двери. Сделано это, соответственно, для того, чтобы задний трактор, постоял в очереди, скажем так, чтобы он потом не уперся в закрытые двери. Теперь едем дальше, и нам нужно впереди помыться. Здесь возьмем большой радиус, чтобы абсолютно любая техника здесь спокойно, правильно заехала. Соответственно, доезжаем до точки, где он должен будет остановиться аккуратненько, где у нас реагирует это все дело, вот до сюда. И засекаем время, сколько он будет мыться. А моется, друзья, он как раз 2 минуты. Ну и ладно. Соответственно, едем тогда дальше. Сейчас наша задача проехать через заправку. Соответственно, через нее можно просто проехать, и он сам остановится и заправится, когда ему нужно будет. И далее мы приезжаем вот сюда. Здесь этот маршрут у нас будет заканчиваться, но, друзья, я хочу влепить здесь несколько точек ожидания, потому что я очень не люблю отвлекаться на технику, на всякие уведомлялки, когда я чем-то занят. И здесь, соответственно, с таким количеством пауз он будет стоять как минимум 12 минут, прежде чем поедет на стартовую точку. В общем-то, этот маршрут мы останавливаем и сохраняем. Сохраним его как, давайте, мойка-заправка. Даже через дефис такой, знаете, будет незамысловатый маршрут. Мойка-заправка. Вот так. Соответственно, его теперь можно сбросить. Но так как у нас здесь все чистое, мы просто паркуем все это дело и загоняем трактор обратно в ангар. Но сейчас мы на каком-нибудь другом транспортном средстве обязательно этот маршрут протестируем, как он будет работать. Давайте возьмем, например, вот Т8. Он у нас большой, он у нас постоянно работает. Уже 13 часов накатал, кстати, тем временем. И давайте цепанем второй культиватор. Почему бы и нет? И поехали к стартовой точке. Проверим работоспособность всего этого дела, что мы сейчас намутили. Твою мать, вот уже не первый раз такое говно происходит, и нам, в общем-то, нужна помощь старших товарищей. Ну ладно, раз чисто я его трогать не буду, вот этого возьмем. Ой, кстати, давайте сразу двоих запустим, чтобы посмотреть, как у нас будет работать пауза, если их двое. Так, братва, извините, у нас здесь ЧП. Правда, сейчас геморройно. О, как-то он прям с первого раза встал. Неплохо. Все, вот так вот. Значит, соответственно, мы пригоняем сюда трактор, загружаем ему маршрут мойка-заправка. Это у нас будет просто перегон техники. Ставим ему паузу в точке ожидания 2 минуты. Даже 2 минуты 5 секунд пускай будет. Лучше, чтобы оно было с запасом. И, соответственно, запускаем это все дело со стартовой точки. И все, он вроде как должен. Теперь давайте запустим этого второго вслед за ним же.
делаем то же самое. Перегон техники, мойка, заправка. Ставим паузу в точке ожидания, тоже 2 минуты 5 секунд. И давай со стартовой точки. Я думаю, ты отсюда до нее доберешься без проблем. Тебя запускаем. Соответственно, друзья, что у нас происходит? Да, немножко удлиняется на 2 минуты маршрут из-за этой паузы, которую мы первую здесь поставили. Но сейчас вот они будут 2 минуты стоять здесь. Когда он отсюда уедет, зеленый трактор приедет в эту же точку ожидания и будет стоять здесь 2 минуты. За это время синий трактор успеет помыться. Потому что если бы этой паузы не было, сейчас во время мойки зеленый трактор впилился бы в закрытые двери, соответственно, этой автомойки. Я надеюсь, в общем-то, я понятно объяснил. У меня, честно говоря, уже что-то сложно. Товарный запас трохи подустал на сегодняшний день. Хоть двигатели заглушили, молодцы. А, друзья, что еще забыл сделать, это поставить заправку никогда меньше 20%, а всегда. Соответственно, это потом сделается на всех тракторах, меняться не будет, и оно будет всегда работать. Потому что перегоном у нас никто толком заниматься, как правило-то, и не будет. Разве что тот, который возит, продает цементик, но это все такое. Соответственно, прошло 2 минуты, вот этот трактор завелся и поехал к автомойке. Вот этот трактор доезжает до паузы и остановится здесь. По крайней мере, да, должен. И остановился. Соответственно, он будет 2 минуты теперь ждать, пока этот помоется, чтобы не упереться в закрытые двери. Ну и сейчас главное, чтобы он попал в нужное место. А он попал туда. Вот он остановился. Соответственно, будет теперь мыться. В общем-то, этот процесс мы тоже сейчас 2 минуты ждем. Да, зеленый трактор стартанет чуть-чуть раньше, но к моменту, как он подъедет к дверям, двери уже откроются, и этот успеет выехать. В теории все должно прекрасно работать. Итак, вот этот трактор уже стартует. Соответственно, сейчас мойка закончится, и они как раз вот тютелька в тютельку должны будут у него перед носом двери открыться. Так и произошло. И вот уезжает первый, и заезжает следом второй. Вот так вот это все работает. Этот останавливается, и что, мыться не будем, да? Мыться он не хочет, потому что он то ли маленький и чуть-чуть не доехал. Да, чуть-чуть не доехал. Надо дальше паузу ставить. Ну ладно, это я потом переделаю. Вот этот товарищ почему-то не заправился. Видимо, потому что я очень быстро проехал. Все не работает, в общем-то, как было задумано. Ладно, мы тогда стираем маршрут мойка-заправка и запишем его еще раз. Благо, друзья, на тесты немытой техники у нас хватает. Давайте припаркуем сюда наш Т8 и, соответственно, возьмем еще одного подопечного. Это будет уже маленький трактор. Раз он не доехал чуть-чуть, следовательно, давайте на маленьком тракторе это все дело и запишем. Через заправку мы проедем медленно теперь, дабы они успевали заправиться. Возьмем удобрялку как раз у нас этот трактор всегда удобряет. Есть, в принципе, мысль поставить еще одну паузу, хотя, в принципе, все должно и так работать. Соответственно, вот она, стартовая точка, только тот товарищ что-то не уезжает. Мне это... Я его, может, по маршруту не запустил дальше? Да, я же его не запустил по маршруту, а я тут жду, пока он уедет. Вот такой вот я интересный. Давай, друг, продолжить маршрут. А мы тогда запишем новый, попытка номер 2. Вроде как это все должно работать в теории. Соответственно, еще раз, лепим здесь паузу. Давайте влепим еще одну паузу, чтобы для уверенности, в общем-то. Да, они будут 4 минуты здесь просто так стоять, но ничего страшного. Вот здесь мы медленно, аккуратненько заезжаем. Ну и сколько здесь еще можно вперед? Давайте вот настолько мы еще вперед проедем. Для уверенности, я думаю, что ничего длиннее особо сильно не будет. В общем-то, ждем, пока он помоется, будем продолжать маршрут, а тем временем вот этого товарища давайте с этого самого маршрута снимем и припаркуем обратно. Да, друзья, чистая техника как-то поприятнее выглядит, чем грязная. Но что поделать, как-то впадлу ее было вручную мыть вот так вот по 2 минуты каждую. Сейчас это дело автоматизируем, и будут у нас, в общем-то, чистые трактора, и будем стараться за всем следить. Ну что ж, давайте, у нас есть еще один немытый друг. Цепанем что-нибудь к нему, и для теста, в общем-то, на нем будет, я думаю, само то. Так, этот товарищ, значит,
готовится у нас начать все это дело тестировать, а этот товарищ у нас помылся и готов продолжать, в общем-то, маршрут этот записывать. Поехали! Сейчас, друзья, медленно проезжаем через заправку, очень медленно. 7-8 километров в час вполне должно хватить. Он, по крайней мере, увидел заправку и должен успеть остановиться. И прерываем маршрут мы таким же самым алчным способом, путем нескольких пауз. Ну и сохраняем теперь все это дело. Мойка, заправка, почему бы и нет. Соответственно, ставим точно так же перегон техники. Пауза в точке ожидания, давайте, будет опять 2 минуты 5 секунд. И дозаправка на АЗС всегда. Соответственно, поехали, выставим этого товарища тоже на стартовую точку. Давай, друг, со стартовой точки ты погнал. Хрена ты открыл. Ну и ладно, открыл и открыл. Ну и давайте следом запустим зеленого нашего друга, ставим его перегон техники, загружаем маршрут мойка-заправка, выставляем такие же параметры 2 минуты 5 секунд на паузу в точке ожидания и заправка на АЗС всегда. Но в теории это все дело должно работать, хотя, видите, с первого раза это и не заработало так, как ожидалось. Но это все, знаете, надо тестировать, надо пробовать. Такого способа помывки я ни в одном учебнике не видел, как бы я до него все равно сам допедрил. Вот, в общем-то, давайте 5 минут у нас, я так понимаю, сейчас будет ожидание на то, чтобы все это произошло. Итак, соответственно, что у нас происходит? Трактор помылся, этот поехал на следующую точку ожидания, то есть второй точкой ожидания, второй паузой я сделал им небольшой вот такой зазор. Я считаю, что это хорошее решение, у них не будет проблем. Тот, соответственно, тоже должен помыться без проблем. Если этот маленький доехал до конца, то проблем с недоездом вроде как быть не должно. Сейчас вопрос у нас в заправке. Он должен остановиться и заправиться, и тогда все будет огонь, тогда будем считать, что все это дело у нас работает. Да, все работает, все прекрасно. Соответственно, друзья, это, скажем так, маршрут для меня, для того, чтобы технику содержать в чистом виде. Вроде как все работает, просто я вам показал, как это делается. Тем временем, друзья, у нас уже закончилась уборка 13-го поля, причем довольно-таки давно. Поэтому вот этот маршрут мы прерываем, отправляем на разгрузку нашу Татру. Этого товарища я чуть попозже пригоню уже на базу. Этот товарищ тоже закончил работать, его, правда, я домой не погоню, потому что в следующий раз, когда у нас созреет трава, ему еще раз придется все это дело покосить. Поэтому, дружище, стой вот здесь вот в сторонке, и все у тебя будет хорошо, топлива не так много потратил. И этот товарищ у нас закончил работу, поэтому ему прерываем маршрут, разгружаем все это дело и ставим обратно в гараж. И гаражи закрываем. В общем-то, с садом у нас все хорошо. Да, я очень близко здесь налепил точки, поэтому не будет эффекта. 20 минут он здесь стоять явно не будет. Но ладно, мы его все равно перехватили. И все нормально. Давайте припаркуем вот это вот дело обратно. И, соответственно, этот трактор поставим обратно в гараж. Трактора у нас сейчас чистенькие, правда, за счет тестов, ну да ладно. Вот этот товарищ, соответственно, помылся, у него все прекрасно, сам он это сделал. Сейчас чистенький поедет заправиться, я на это, по крайней мере, очень сильно надеюсь. Да, заправляется все прекрасно, все прям здорово. А, кстати говоря, может быть, и New Holland-то заправился, надо глянуть, сколько у него топлива. Потому что не показывается внизу сейчас о том, что он заправляется, потому что он двигатель не дает глушить. Не, New Holland не заправился, с ним все плохо было, не работало. Ну ладно. И видимо, что зеленый наш друг доехал до места ожидания. В общем-то, он там будет стоять, ждать, пока мы с ним что-нибудь не сделаем. Правда, стоять он там будет всего лишь минут 5, потом он поедет по кратчайшей дороге на стартовую точку. Разумеется, по кратчайшей дороге у него будет мешать стена, гаражи и все плохо. Поэтому надо его в течение 5 минут будет перехватывать. Ну, 5 там, то есть то ли 6, то ли 8, в зависимости от того, сколько точек ожидания он словит на своем маршруте. Вот этого товарища мы, соответственно, здесь перехватываем.
Сейчас он выгрузится и... И можно ему прерывать маршрут. Так что сбрасываем все это дело. Давайте глянем еще, сколько у нас бобов получилось с этого поля. Соя 225 тысяч. Ну, не сказал бы я, что прям много. Правда, я еще не придумал даже, куда ее использовать. По-моему, она нигде не нужна. Может быть, там на какой-нибудь консервный завод под конец она нам понадобится. Но я ее засеял только для того, чтобы она у нас была. Ну и, в общем-то, друзья, на этом мы будем заканчивать. В следующий раз у нас будет, соответственно, посев всех культур. Попробуем еще решить что-нибудь с луком. Там прошло время, он немножко еще подоспел. Так что попробуем убрать и это дело. Плюс начнем мы уже заниматься пивасом. Для начала, для того, чтобы им начать заниматься, нужно построить бандарню. Бандарня, правда, для кваса будет в основном. И там, насколько я знаю, разные идут цепочки производства. Но в любом случае, начинаем мы с бандарни. Строим бандарню, точнее покупаем. Затариваем ее бревнами, попилим, соответственно. Плюс, раз уж мы начнем все это делать, в смысле пилить, то запустим заодно попилим и на пилораму, и на производство поддонов, чтобы у нас все было, всего было в достатке. Так что следующая серия у нас будет посвящена лесопилкам, ну и посеву. Плюс остальные производства будем смотреть уже по обстоятельствам. Где там чего будет хватать, будет не хватать. За кадром, соответственно, я закончу уборку этих полей и, может быть, их подготовлю к посеву. Посмотрим, как карта ляжет. Плюс, друзья, я не знаю, когда выйдет следующая серия. Сейчас я наперед вот 4 штуки, можно считать, записал. На данный момент не вышла еще даже вторая в эфир. Ну, то есть как в эфир? В общем-то, она не опубликована. Она залита, но не опубликована. То есть третья потом будет в субботу. Четвертая вот это, наверное, в понедельник или утром во вторник. А следующая я уже, честно говоря, не знаю. Сейчас, как заметили, стримов давно не было, потому что дела. Ну, я надеюсь, что этих запас этих 4 серий хватит до окончания моего, скажем так, небольшого импровизированного отпуска. В любом случае, друзья, не пожалейте, пожалуйста, лайка. Вам не сложно, мне приятно. Вступайте в группу ВКонтакте, присоединяйтесь к нашему каналу в Дискорде, подписывайтесь на второй канал, на котором стримы, которых, правда, давно не было, но сейчас я вернусь, и все станет на свои места. Опять будем продолжать катать на Pleasant Valley. Плюс, друзья, пишите свои комментарии. На этом у нас, друзья, все. Спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.